Какой с утра вид, вот такой вот вид. Кушаем. Уже дел наделала, миллион дел. И как всегда с утра какие-то дела, дела. Сейчас кушаем, еще вам гулять, еще в магазин. И, в общем, миллион дел, как у всех. Ну, конечно, может быть, не как у всех. У кого-то и похлеще, а у кого-то и... Что-то там с этим пылесосом. Сегодня мы с вами проведем обычный день. Да, Лёш? Да. Но вечером будет он необычный. Лёшка мне сделал машину. Там опять сломался патрубок. Вот еще потом заплати, да, 5 штук за оригинал. И оригинал на форумах почитайте у всех, кто что-то очень рвет. Оригинал вообще 2 недели только держится на спортах. Патрубок. Берем очки. Сегодня вечером увидим, куда я поеду, как все это будет происходить. Лёшка на работе, чинит. Все чинит. А, ты хочешь отсюда налить? И держи, да, тогда? Стаканчик. Сейчас такая тема, я думаю, про венчание. Вот. В жизни, знаете, к сожалению, у знакомых, через знакомых, у многих, к сожалению, мужья в основном изменяют. И при этом они в браке, дети есть и венчанные. Поэтому я против. Не то, что против. Я за венчание, но это должно быть... Брак проверен временем, трудностями, испытаниями в браке. Именно трудностями, не только, да, счастьем и радостью. И как нам все офигенно и хорошо. Трали-вали, тили-тили. А должно быть все проверено временем. Потому что люди, вон, венчаются, и у каждого первого, вот я говорю, когда я слышу об этом, все венчаны и все на сторону ходят. Я вообще думаю, зачем? Вообще зачем это? Вот зачем это? Надо было. Проживи с человеком лет, да. Не знаю, там 10. И вот как вы точно почувствуете, что навсегда, да, и... Не, я просто не понимаю. Я лучше буду честна сама перед собой, да, в первую очередь, потому что там высоко это все видно. Все видят, и как мы живем, и что. А это все вот, я не знаю, для чего делается. Какая-то у меня спина. Всю лопатку держу. Так некрасиво, да? Ой, Лёшка, картошка. Взяли, знаете, что захотела? Вафли лимонные. Водичку, лимонад, потому что сегодня на улице очень тепло, жарко. Еще поболтали с соседями нашими. Вообще, Лёшку, ручки продрём и дам ему вафельку, чтобы он попробовал. Каждый день с Лёшкой мы почти на разных площадках. Но это благодаря машине, трамваям и т.д. и т.п. Смотри, какая трава здесь клевая, да? Как ковер, прикольно. Мультики можно? Ребят, можно мультики или нет? Можно, видите, отвечает. А мы зашли, купили вот такие вот 2 штучки, потому что я их редко покупаю. Нравится то, что у меня с темными волосами. Вот тут, да, вот волосы свои темные. И глаза стали намного лучше выделяться. Значит, фикс прайс. Очень плохие застежки. Не знаю, на всякий случай я выберу очки и раствор для линз и кейс для линз. Кстати, мне нужно скоро будет заказать линзы мои, они же у меня трещины, потому что у меня астигматизм. Мне еще, оказывается, есть 30 минут, поэтому я сейчас с Лёшкой, наверное, пойду погуляю. Погуляем, а потом опять приду сюда. Та-дам! Вот он их все. Папа очень занят сильно. Папа телефон делает. Подожди, Лёш. А телефон? Ого, как. Видели, какой рабочий процесс здесь, обалдеть. Тут, наверное, подумают, скажут, вот ей делать нечего, все ездит, что-то себе там делает, творит на своем лице. Но я решила, я сюда приехала, я давно хотела заняться своей внешностью, потому что это надо. Ну, мне лично хочется, вот как душе угодно. Сегодня еще хочу дома приготовить щи из квашеной капусты. Прям соскучилась. Вот хочется сделать. Сегодня днем не успела, потому что мы пришли домой только где-то 2:30, пока покушали. Я спать его на час уложила. И проснулись, и все, и поехали вот сейчас. Сюда, и потом я тут уезжаю. Вот мы сейчас идем по торговому центру Южный. А я не помню, где-то раньше здесь покупал, такой был отдел клевый. У нее одежда была с Франции или с Италии. Ну, сейчас смотри, сколько это все пустое. Очень много, да, здесь закрыто. Угу. У нас продажа. А там все равно у нас клиенты идут все равно. Не, ну, я имею в виду, это невыгодно здесь вот. Одежду? Держать, да. А, я помню, прикинь, когда у меня операция на позвоночнике была, Леш. Мама мне здесь тапки покупала в этой палате. Это такая память, обалдеть, да. Ну все, поехали делать брови. Конечно, немножко переживаю. Сейчас я Лешика оставила с папой, и они пошли на самокатах кататься.
Я сейчас уезжаю, одна ведь же в машине сижу. Я настолько привыкла к Лёшку, потому что он всегда со мной. Поворачиваюсь назад. Думала, то, что там Лёшек сидит, а его нет. И у меня аж прям как-то ёкнуло. Я думала, конечно, когда буду в сад ходить, я реально буду плакать, реветь первое время без него. А потом, ну, привыкнешь, понятное дело. Настолько мы приросли друг к другу за это время. Ну, вот почти приехали еще чуть-чуть. И пойдем бровки делать. Вот, ребят, я уже села и зашла. Сейчас будем начинать бровки. Кстати, Марина говорит, мне можно и не делать вот эту вот штуку. Да, представляете, брови как у Брежнева свои. Я вам потом оставлю под видео ссылки на Марину, где она работает, куда к ней прийти. Вот у Марины Инстаграм такой, у нее здесь все ее и работы, и интересные статьи тоже. Можете заходить, подписываться. Также она еще проводит обучение, да, Марин? Да, обучение. Представляете, и ресницы делает ламинирование и наращивание ресниц. Вот ее телефон для связи, еще работает в Минске. Могилев. Ого, даже Могилев, представляете? Молодец какая. Где это? Не, я знаю, где это примерно. Слышала уже. Смотрите, какая штука клевая. Надо домой такую купить. Ну, это хорошо, кто бьюти-блогер. Сейчас начинаем приступать к бровям. Бровки, бровки. Мариночка, смотрите, какая милая, приятная. Мими. Целый день трудится, как пчелка. Я говорю, ты хоть покушала с утра? Она говорит, да, покушала. Видите, на Яндекс оказывается иногда бесплатно доставка, да, иногда 99 рублей. Но даже 99 рублей, то есть недорого. Я просто, ну, думала как-нибудь попробовать заказать. Мы сейчас об этом болтали, сейчас смотрите, какой процесс будет. Сейчас у нас коррекция, да? Проходит коррекция. Вот, отлично. Что-то, давай вот так. Да, да, пожалуйста, как удобно. Бровь имеет 5 точек, да? Да, 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 да. Это пик, это под пиком точка, да, и окончание. Все их можно найти по правилам определенным, но все равно шаблонные правила не всегда работают. Потому что симметричное лицо, носики неровные, да, то есть по-разному все бывает. Ну, индивидуально, да, тут уже все. Чуть-чуть уголки немножко придется сместить, потому что они. Так, ну уже рисовывается у нас формочка. Конечно, не хочется. Мы смотрим начало всегда по этой линии. Конечно, модно сейчас, когда приближенно все это вот переносится. Ну, не всем. Когда аккуратненький маленький носик, да, это красиво, это здорово. А вот когда широкий, то это не очень, потому что увеличивается визуально нос. Начало достаточно низкое, это тоже редкость. У меня? Да, да, да. Когда начало низкое. Обычно начало нам диктует ширину. Вот, но нам диктовать она здесь не будет. И это из серии исключений, когда мы будем подстраиваться под ширину тела. И наоборот, визуально поднимать окрашивание мхной начало в районе. Так, сильно опущенное окончание нам, конечно, не нужно. Вот. Всегда нужно проецировать окончание. Если оно плачет, как я говорила, если вот сюда идет, да, да, то надо его поднимать. Оно должно улыбаться, то есть должно немножко к верхней точке уха, так скажем. Ну, бывает, даже оно, если не ниже окончания, чем начало, не ниже, вот если вот так брать, а вот так. Но если оно вот так вот смотрит, это так смешновато, конечно, выглядит. Но люди не замечают, особенно кто сам себе рисует, потому что они рисуют, смотря в плоскость, в зеркало, а это видно уже непосредственно сбоку. То есть это собеседник видит. Ой, стриглись брови по всему телу. Кто-то преступление сделал. На самом деле это не, ну, нормально. Не всегда нормально лежат волоски. Но я вижу, что они не сильно. Вот. Если они, конечно, очень длинные и мешают, прям мешали, то ладно. Вот. Но вообще, на самом деле, стричь по всему телу надо очень-очень осторожно. Они потом просто могут торчать. Они у меня вот некоторые торчат. Ну, они торчат вперед, они становятся легче. Да, да, да. Так они тяжелее были и как бы больше свисали, но все равно как начинают торчать, все. Их как-то уложить еще можно, когда вот, знаешь, прям, ну, длинные, когда вот есть. Да, да, а да, когда да. Вот они цепляются вот друг за друга, да, кончиком, да, окончанием, хвостиком, потому что он тоненький. А когда они пострижены, обрубленное окончание, соответственно, не может зацепиться за соседа. Получается, что он сам себе торчит от
Если один, второй, третий, четвертый такие, соответственно, в итоге у нас получается ёжик. Такой, да. Вот это опасно мужчинам. Это так некрасиво, когда видно, что стриженные брови. Ой-ой-ой-ой. Здесь мужчинам нужно редить. Нужно просто выдирать. Не бояться выдирать лишнее. Надо просто бровь редить. Выдирать самое длинное. Да. И вот на повороте, да, сложно по одному. Это должен делать мастер. Но лучше делать вот именно на повороте, чтобы он потом не сгибался еще больше. Вот у нас от природы вот это чуть-чуть повыше, сама по себе. Вот, ничего страшного. Вот уголочки, ничего страшного, когда они у нас мимически чаще вот эти вот. Ну и с рождения тоже. Но и века здесь побольше, потому что мимически поднимается морщина, она привыкает, и сама бровь по себе поднимается. Ну просто аккуратно, да, просто аккуратненькие стали брови, и особо и красить не хочется. Но раз мы хну подготовили... Слушай, по брови они прям у меня такие темные. Аккуратненькие, да, они темные. Я на самом деле буду полупрозрачную технику использовать. Это хна у нас, да? Да, это хна, но опять же, я не крашу густо, не надо, потому что и так густой волос. И я использую технику спа. Что это такое? Это добавляю туда масло специальное, называется масло хны, но там комплекс разных масел. Кунжут, бринградж, амла, или бринградж, боюсь ошибиться, конечно, но там очень много в составе масел. Вот, почему я добавляла масло? Потому что жесткий волос... Хна, единственный недостаток хны, то, что она сушит волосы. Она высушивает, поэтому чаще всего нужно, вот у кого особенно густые брови, нужно использовать масло. Сразу говорю, мои ученики как иногда спрашивали, а у меня закончилось масло, какое масло я могу использовать? Я как-то рискнула и сказала, персиковое идите покупайте в аптеке, то есть оно увлажняющее, оно вроде как нормально все должно быть. Купили, пишут, что нет, была проблема. Да, то ли аллергия, то ли... Но что-то не пошло. Достаточно дело тонко, и уже я как привыкла работать с определенным материалом, так и буду дальше делать. Техник на самом деле много. Есть техника перманентная, которая держится 2 недели на коже. Тоже о ней мало кто знает. Есть, ну, конечно, безумно классно окрашивать ресницы хной, да, то есть мало кто это делает, ну, почему-то, не знаю, но это круто. Они не портятся? Наоборот, лучше становится. Она, хна накапливается, они чернющие, потому что хна, она, так, немножко выровнять надо, хна, она уплотняет, утолщает волос, она накапливается. Если один раз делать в месяц, в течение даже 3 месяцев уже будет видна разница. Реснички очень классные. Но нашим ресницам сейчас, которые вот у нас сейчас, вот я вижу перед собой, это просто нереальные ресницы, я не знаю, это ламинирование, это так хочется поднять. Но очень осторожно, потому что ламинирование тоже разное бывает. Ну-ка, покажи. Стираем краску. Краску. Ну, на самом деле не надо было ярко красить. Мы делали акварельный эффект. Может быть, еще добавим немножко. Сейчас посмотрим. Такой теневой эффект. Заметно, но они, конечно, вот эти вот стриженные прям мешают. Они у нас просто вьются и линию ровную не могут позволить сделать. Я первый раз попала к такому специалисту, который, знаешь, к бровям очень так профессионально, да, относится, так все мне рассказывает, объясняет. Просто раньше придешь, знаешь, так чик-чик-чик, тебе там какая-то на колено кивающая, ну, и все. А тут я уже все почти про брови знаю. Все, да, да. Какие ну, есть разные. Конечно. Ну, а, да, мы здесь специально высоту поднимали, старались немножко вывести. Вот, но можно еще добавить на уголки, то есть это уже идет из серии местного окрашивания. Сейчас я покажу еще. Идет асимметрия. Мы там добавляем уголочки. Нам здесь высоты не хватало. Можно здесь добавить хвостики. Здорово, то есть ты как подрисовываешь, да? Да, местная. Зачем нам лезть там, где у нас уже ярко? А ярко у нас это середина. И вот здесь, допустим, у нас высота уже сформирована, то есть ее смысла не трогать. Марины поток нету, просто они идут, идут. Это мне сейчас опять уже подкрасили. Сейчас будет смена человека. И брови тоже. Походку портрет. Вот это уже другие брови, и техника здесь другая. Прям кому-то будет мастер-класс. Сейчас у нас мы сейчас вообще даже будем этим воском удалять волосы, потому что я вижу, что здесь уже отросло, мать дорогая, сколько уже тут. Отдыхала, загорелая какая-то. Форму всегда рисую.
уже подбираю как надо. С вами постоянно клиенты, я уже всегда знаю. А начало четким таким никогда не делаю. Ну, я имею в виду, делаю чисто для окрашивания. Потом я смываю, и мы красиво растушевываем. Вот какая асимметрия какая, да? Ну, то есть одна вверх. Ничего страшного. То есть, но главное начало, чтобы оно было на одинаковом уровне. Вот это ничего страшного. Вот это ничего страшного. То есть это наша природа. По ногам у меня точно вот одна. У меня тоже, да. По джинсам я определила. Да, одна шваркается, вторая нормально. Час. Это сахарная, да, получается? Да. Такой? Это мы будем сахарной. На самом деле воском больнее, потому что вырывается против роста волос. С сахаром менее больно, даже не ощущается. На самом деле. Вырывается по росту? По росту, да? Однозначно, конечно, по росту. И тем самым ничему не вредит. Подтягиваем кожу и стараемся остатки убирать. Воск может попадать в поры, и его потом сложно убрать только маслом. И то, если не убрать маслом, то опять может история вросшего волоска быть. Сахар водичкой смывается прекрасно. Здорово. Можем смотреть, если попросите волос. Но мы еще добавим, наверное, пигменты, чтобы было поярче. Получился у нас такой красивый, вообще естественный русый оттенок. Да, вообще. Я просто хвосты делали ярче. А долго держится? Ну, это волос. Волос держится долго. Волос, да? Держится где-то до трех недель. Три, да, где-то? Три недели. Да, ну, нет, если темнее делать, то дольше держит. Ну, сейчас у меня, наверное, месяца два. Да, это очень светло. То есть он же потом резко светлым не становится, он же постепенно. Постепенно, да, смывается, да? Ну, очень красиво. То есть многие сейчас все-таки естественности, это всегда будет в моде. Конечно. Да. Я за естественность. Что бы кто ни говорил. Человек должен проснуться с утра, чтобы не нужно было под брови яркие красить глаза, бежать. Да, потому что одни брови там будут, да? А потом, да. А потом бегут. Все-таки гармония своей вот внешности, она должна быть с самим человеком, да? То есть вот внешность и сам человек, они должны дружить, а не так. Любить себя, когда только там крашеные брови, да? Нужно вот любить себя... Такая есть, просто чуть-чуть контрастнее сделать, да, да, да. И подровнять. Где-то сделать форму, где-то сделать там глазки поярче. Когда карие глаза, вообще нельзя делать яркими бровями. То есть если у тебя были карие глаза, то я бы... Не красила, да, вообще просто? Вообще не... Я бы осветлила их. Ого, как... Волос я бы осветлила на тон теплее. Главнее у нас глаза. Если у нас брови были черные, то главнее станут брови. И собеседник визуально просто будет на автомате смотреть на брови. Есть желающие, которые хотят осветлить? Да, есть. Делаем ярче, потому что мы делаем на подольше, с запасом на 3-4 дня. Частями покрашиваю, да, потому что где-то густо, где-то не густо, и, естественно, я люблю, когда на третий день. Это самый идеальный вариант. Мы сейчас будем теперь делать ресницы. Ламинирование ресниц. Цвет пока вот такой вот, но он не то, что прям яркий, скажу. Контраст, да, просто. И только что вы же покрасили, поэтому просто еще и не привычен даже. Ты всегда привыкаешь, ну, к одному, а потом раз так. Ну, тем более они, видишь, вот прям естественные такие. Мне так нравится форма, классная. Это не маникюр. Маникюр красивый сразу, брови нужно делать запасом, да, чуть-чуть ярче. Если первый раз делать, конечно, нужно, ну, возможно, щадящий, но тогда не будет результата, потому что хочется, да, надольше, да, потому что все-таки мы выделяем форму, окрашиваем пушковые волосы, а чтобы окрасить пушковые волосы и выделить форму, нужно по чуть-чуть делать ярче. Вот, учитывая, что мы поспим в подушку, да, потрёмся, умоемся, одеваем одежду, все это трется, и получается через день, через два у нас брови то, что нужно. Да, тогда и хватит надолго. Если мы сделаем достаточно лайтовый вариант, как мы в первый раз делали, да, не подкрашиваем местами участки, да, то этого хватит, ну, на дня 3-4. Да? Так как мы все-таки вырисовывали форму, хочется, чтобы форма была подольше. Да, да. Вот. Но мы сейчас будем красить ресницы в черный цвет, они у нас появятся, и с бровями будет здорово смотреться в комплексе. Поэтому... Ну да, потому что сейчас вот тут, я же вообще не накрашена еще. Вот, и по
поэтому брови сейчас так буф. Сейчас я посмотрю, я примеряю. Форму. Это у нас ламинирование, да? Да. Представляете, форму надо бигуди, туда брать. Бигуди. Бигуди, точно. Только ресничные бигуди. Ресницы просто бомба, конечно. Что-то не скажешь. Мы будем легкий сгиб делать, потому что резкий сгиб нам некрасивый. Глаз большой, форма глаза большая. Больше на нем делать не нужно. Нам нужно просто его выделить красиво. Сколько вот фиг будет держаться? Фиг держится долго. Угу. Все зависит от, ну, до 3 месяцев, до 4 у меня клиентки и да, полгода держались. Я использую составы Элюбана, конечно, это самые мировые известные, но в России они не так давно. Такие длиннющие ресницы. Я, в принципе, взяла Эльку, а я очень редко беру такие формы. Да. В основном М-ка или С-ка, угу, это для коротких, средней длины. Но я так скажу, что я бы могла взять и XL-ку. Да ладно? Да. Заходит за середину. Вот отрастила, что брови. Ну, крутяк. Мне даже, представляешь, самой потом посмотреть, вот, ну, со стороны как, да? Интересно, я думаю, зрителям тоже будет, да. Ну, кто не знает, то да. Кто не знает, как это, да, ну, со стороны. Ничего сложного нету, составчики потом будем наносить. Один глазик, второй сделаем, потом просто составы на определенные участки, где фиксируется изгибчик. Первый состав у нас меняет молекулярную структуру реснички, не нужно бояться, она просто немножко поменяется, изгибчик появится. А mm-hmm. второй состав, он зафиксирует этот сгиб. Я работаю без патча на нижние реснички. Mm-hmm. В принципе, они не закручиваются. Уже ламинирование сделали, Марина не сделала такие, чтобы, знаете, вот сюда вот, да, она прям упиралась. Ну, я объясню, почему. Все, да, аккуратненько. Потому что свои прямые, и когда начнут отрастать свои прямые, если делать очень яркий изгиб, то получится слишком большая разница. И знать меру, ну, прям очень осторожно нужно, очень. И в следующий раз можно еще меньше сделать, такой более лисичкой. Вот. Но мне кажется, понравится и такой. Да, классно, смотрите, вот прям видно вообще вот. Вот, они даже теперь, ну, тушь вообще не нужны, вот, по правде, да. Ну, это потому что свои такие длинные, на средней реснички. Смотри, как здорово, как аккуратненько все, класс. Будут мешать вот эти, будут раздражать, да? Угу. Вот, допустим, мне ни в коем случае нельзя вот эти поднимать, да? Да. Вот эти волоски, вот вообще ни в коем случае. Сейчас еду домой, ну, я знаю то, что Лёшка, конечно, скажет, что за армяна стайл, брови такие темные, видите? Но они смоются, и я ему это докажу, да и вам докажу, потому что это хна, вы знаете, то, что краска всегда, это даже не краска, да? Ну, как вот для волос красишь там, когда. Я реально всем советую, я оставлю под видео ссылки, я вот... Я реально рада, потому что человек работает на результат. Не то, чтобы там деньги, да, взять это, схватить и сделать. Я же хотела, помните, тогда перманентный себе татуаж бровей, распыление которое. Но увидев она мои волосы, волосы, да, на бровях, она сказала, что, Оля, нет, тебе этого не надо делать. То есть человек говорит, как есть. Она даже говорит то, что вот ресницы, да, она чуть-чуть закруглила. Надо было, говорит, полегче сделать. Но мне лично нравится. Я просто знаю, что это все со временем она сойдет, потому что они даже до века не дотрагиваются, ресницы, а брови, они смоются. И я хотела именно такую форму бровей. И она еще так подходит к своей работе, вы заметили? Она мне все так рассказала, досконально все, то, что я как будто прошла курсы, я говорю, бесплатные курсы, про брови, ресницы, все объясняла, какая краска лучше, и всем советую. Вот. Я сейчас решила заняться собой, мастеров, и видите, как удачно попала. Вы что думали, что я только езжу, нечего мне делать. А время 10 часов, я начинаю готовить щи из квашеной капустки. We got so intense.